Чем могу быть полезен? Оставь Машку в покое. Я ее люблю. У нас будет нормальная семья, я смогу ее обеспечить. Я не собираюсь мешать ее счастью. Да? Тогда объясни это ей. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Маша. Я сколько себя помню, я всегда тебя любила! Витя, если ты сейчас скажешь, чтобы я ушла...